Отже, сьогодні ми вшановуємо тих, хто ліквідував наслідки страшної техногенної катастрофи. І в цей день також вшановуємо пам'ять жертв цієї катастрофи. І опікуємося здоров'ям всіх постраждалих. І саме з цією метою до нашої студії завітав гість Дмитро Колосов, позаштатний спеціаліст управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Доброго вам ранку. Дякую за те, що ви завітали. Тема важлива, актуальна якраз для цього дня. І протягом року, звісно, також. Безумовно. Добрий день. Студія, добрий день, уважаемые телезрители. Ну, мы все прекрасно знаем и помним, это 26 апреля 1986 года. Конечно, это практически являлось как черным таким пятном в истории, в общем-то, развития и нашего государства, и бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Вот. Но в целом, по происшествию уже 32 лет, мы, конечно, можем говорить о определенных статистических показателях, определенной деятельности, которую мы проводим и проводили, в принципе, в этом направлении. Вот. Если сравнивать, конечно, ту медицинскую тематику и те направления медицины, которые существовали непосредственно после взрыва, конечно, тот учет, вот, тот контроль за состоянием здоровья и ликвидаторов, и переселенцев, и эвакуированных, это, конечно, немножко желало лучшего. Сейчас мы уже вышли на определенный, скажем так, этап, когда фактически существует и реестр, и всех чернобыльцев, которые проживают в нашей области, и также и по всей Украине. Вот я хотела зауважить, вы згадали країну, у якій ми колись жили, так, Радянський Союз. Тоді люди вважалися винтиками однієї системи, колективізм був у пошані. Чи зараз змінилося ставлення до людей, стало більш людським? Чи більше уваги до людського здоров'я і для людини? От ви можете сказати? Я хочу вам сказати, що стосується іменно всіх постраждавших. Ми говоримо в рамках цієї теми. Іменно в рамках цієї теми, якщо так от розглядати, то ми, звісно, можемо констатувати, пожалуй, той факт, що, починаючи від Міністерства охорони здоров'я, через наше управління охорони здоров'я і, відповідно, всіми лічебними учреждениями вже отработана єдина существуюча схема по контролю за состоянием здоровья и непосредственно пострадавших, вот, и определенной координации работы как со стороны управления, ну и, безусловно, с моим участием непосредственно по нашим всем регионам, то есть по районам, по городу и так далее. Давайте з'ясуємо, яким же чином організована робота з чорнобильцями, як ми їх називаємо, так, як ви їх називаєте, да, по нашій області. Якщо можна, то долучимо і наших городян, наших глядачів до нашої розмови за телефоном, які побачать на наших екранах. Можливо, комусь потрібно буде просто зараз отримати консультацію, звернутися до вас із питанням, і ви дасте йому слушну відповідь. Ну, пожалуйста, конечно. Вот. Я хочу, чтобы все просто жители наши, чернобыльцы, прекрасно понимали, что они должны, как бы я думаю, они уже это прекрасно знают, о том, что в каждом лечебном учреждении у нас есть определенный закрепленный человек, который более тщательно изучает именно вот эти вопросы, связанные там и с ликвидациями, с последствиями аварии, на чернобыльской катастрофе. Это как правило, определен кто-либо из администрации лечебного учреждения. Либо заместитель, ну, вот, либо кто-то из там, или начмед, или зам главного врача по каким-то вопросам, или по экспертизе. Но, как правило, это, скажем так, администрация. Почему? Потому что через них проходит весь контроль. Тобто людина, яка має статус ліквідатора або постраждалого від Чорнобильської катастрофи, приходить у лікувальний заклад, так, і знаходить цю людину. Да, для нас сейчас актуальним є те, щоб люди заявляли себе. Вот. У нас очень много есть и переселенцев, и в частности из Донецка, там, из Луганска. Люди, которые приезжают, они просто поселяются в своих где-то там территориях, либо в городе, и не идут за медицинской помощью. Понимаете, вот в этом возникает проблема. Да, вот. Первый этап для таких, вот, очень важно, чтобы понимали, это территориальная соцзащита, да, а дальше уже непосредственно в лечебные стены. Вот. Очень важно найти этот контакт.
Это первый этап. Вот. Почему? Потому что дальше отсюда мы уже начинаем определяться и с амбулаторным лечением, и с диспансеризацией, и со стационарным лечением и так далее. Вот. Особенно вот, что касается прохождения профилактических медицинских осмотров. Вот. Мы все должны прекрасно понимать, я думаю, люди тоже прекрасно понимают уже, о том, что Чернобыль как таковой, это было 32 года назад. Но в настоящее время, и еще, как говорится, через 1000 лет, о себе будут давать знать определенные радионуклиды, которые практически присутствуют везде. То есть вот эта когорта людей, которые сейчас проживают в нашей области, там, которые состоят на учете именно лечебных учреждений, 5650 человек, вот, из которых порядка 1400 детей, вот, это те люди, которые в обязательном порядке должны идти в лечебные учреждения и проходить медосмотр. И до сие дитки, так, уже 30 років. Дитки, ничего страшного, у нас практически 57% это трудоспособное еще население. Вот. Если... Я маю на увазі, що дітки постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітки, також є на обліку. Це вже как би діти рождених, діти постраждалих. Да. Ну, ви самі розумієте, що дуже великий процент населення, і як же в бывшем Советском Союзе, це були ті молоді ребята, люди, які були воєнні і так далі, участвували на вот этих всіх об'єктах. Где-то что-то скрывалось, где-то что-то говорилось. Вот. Но как бы оно не проходило, мы сейчас имеем определенные, скажем так, цифры, определенную тенденцию, определенную динамику. Можно, в общем-то, вот я как бы поднимал тоже исторические данные, смотрел, да, что если первых там 5-7 лет акцент делался на заболеваниях, допустим, там щитовидной железы, то есть в обязательном порядке акцент делался на прохождении там ультразвукового сканирования, исследований, сейчас приоритетнее все-таки выходит заболевание сердечно-сосудистой системы, вот, желудочно-кишечного тракта, это как наиболее уязвительные точки соприкосновения. Вот. Можно, конечно, тут многие относиться и со скепсисом и говорить, что там у нас все типа болеют сердечно-сосудистой патологией, но оно не совсем так, потому что процент и увеличение определенных осложнений, вот, и динамика, которая в последующем вводит, допустим, на выше показатели среди группы чернобыльцев там, по онкологическим заболеваниям. То есть тут надо дифференцированно подходить как бы, к этим вопросам в частности. Поэтому очень важно, вот, и даже можно сказать, это вот не только чернобыльцев может касаться, и тех же лиц, которые каким-то либо образом были задействованы либо на объектах какой-то радиационной безопасности или так далее. То есть то, что в целом могло воздействовать на организм, и сейчас очень важно, чтобы мы могли их отслеживать, могли вести и определять заболевания на ранних стадиях. Вот. Я думаю, что в перспективах да, должно пойти это еще с большим шагом на улучшение после в целом-то внедрения нашей реформы. Почему? Потому что акцент на создание электронной базы, он фактически даст уже возможности как и самим людям более тщательно к себе относиться, потому что принцип меняется как в целом в государстве, может, в принципе, правильный. Деньги должны зайти как бы за пациентом. Это такое вот, немножко в сторону я ушел, но оно касается и чернобыльцев, потому что ко мне, допустим, обращаются уже люди, они задают вопросы, а как, что быть и куда деваться, если мы должны подписывать там декларацию и так далее, кто с нами будет работать. Ничего страшного, как с вами работали, так и будете работать. Ну, вот, всегда есть те, кто ведут определенную группу людей. Вот. Это, опять же, это не является, допустим, вопросами там, общей диспансеризации какой-то. Нет, это конкретно отслеживается направление, это человек и последствия радиации. Поэтому здесь немножко другие подходы. Поэтому не надо вот это вот как бы тут путаться и вносить какие-то, там, скажем, тобто чернобыльцы без уваги не залишаться? Не залишаться. Это однозначно, им этого никто не позволит. Так, от вони прийшли, знайшли цю людину, і потрібно, наприклад, обстеження, поставити діагноз або вже призначити лікування. Як діяти далі? Яка відповідає за свій напрямок? Да, лечебні учреждения територіально, як правило, работают с управлением соцзащиты. Это первый этап, который позволяет нам четко определяться с амбулаторным лечением, то есть выписка рецептов на получение лекарственных препаратов. Да, есть, конечно, определенный, скажем так, недостаток финансирования, можно говорить. Тем не менее, порядка, если 2 миллионов
выделяется, это вроде как много. В расчете на одного чернобыльца на амбулаторные рецепты выходит в среднем там, порядка 300 гривен. Вроде как бы и мало. Вот. Но в то же время надо понимать, что если один человек, он может обращаться так, что ему надо и 2, и 3, и 5 тысяч, то есть такие, которым может немножко меньше. Вот. Как сказать, много это или мало 300 гривен? Возможно, мало. Вот. Но, опять же, я же возвращаюсь, сама идея и концепция нашего сегодняшнего реформирования, то есть оно позволит улучшить. К этим 300 еще прибавятся дополнительные то есть вложения уже государственные. То есть таким образом вопрос амбулаторного лечения автоматически будет улучшаться. Вот. Дальше всегда возникают сложности и вопросы со стационарным лечением. Вот. Значит, все должны прекрасно знать и понимать, если у нас в городе есть ряд областных лечебных учреждений, в частности, это наша областная больница Николаевская, основная областная детская больница, госпиталь ветеранов войны, онкологический диспансер. Это те базовые наши лечебные учреждения, которые определены распоряжением губернатора и, в принципе, определены постановами Кабмина, как непосредственно лечебное учреждение, которое занимается именно лечением, узконаправленным лечением этой группы пострадалых. Вот. Поэтому тоже, опять же, часто возникают вопросы, как, что там с финансированием на стационарное лечение, есть, нет и так далее. Значит, надо понимать, если по районам у нас остается пока Витовская ЦРБ и Южноукраинская, как в Южноукраинске большее количество пострадалых, поэтому, конечно, там они проводят работу. Вознесенский район, безусловно, вот Вознесенская ЦРБ, по городу это БСМП и Дубки, то есть они каким-то образом перекрывают эти все вопросы. Вот. А если уже касается более предметной, когда речь доходит до финансирования, то я всегда конкретно говорю, что давайте начинать с небольшого к большому. То есть проходим все обследования по территориальным принципам и дальше все идем в областную больницу и дружно лечимся. І дві хвилинки залишаються у нас до завершення нашої з вами бесіди, потім переходимо на новини. І санаторно-курортне лікування, тому що людям постраждалим потрібно і адаптуватися, і відпочити і після лікування, і після, все одно, відпочивати. Я хочу вам сказати, що, по крайній мірі, по тим показателям, які ми маємо, то наша Ніколаївська область стоїть не хуже по сравненню з цілими показателями рейтингом по Україні. Що це означає? Перекладіть. Це означає, я немножко перейшов, щоб реально можна було розуміти, і річ йде об охваті населення. Тобто є ті, яким необхідно, і те, що государство може дати. Вот. Сейчас, опять же, вот скільки меняется. Необхідно, і скільки понимаете, отримали. Опять же, тут надо исходить из того, какой пациент, какая заболеваемость и какая динамика. Вот. И, опять же, существует уже практически новый порядок о оказании санаторно-курортного лечения. Да, единственная сложность, которая возникла, это с ограничением количества наших санаториев. В связи с тем, что Крым пока временно остается территорией оккупированной. То есть в перспективах можно надеяться, конечно, на улучшение и этого объема работы. Ну що ж, будемо сподіватися, що держава в особі тих, кого вона уповноважила піклуватися про людей, про ліквідаторів, про тих, хто ризикував життям, здоров'ям, для того, щоб ми вільно могли ходити ось зараз, так, ходити з дітками у зоопарк, дихати свіжим більш-менш повітрям, говорити ось на нашій студії, так, далеко від катастрофи, ближче до неї, від місця катастрофи, ближче до неї, от, попіклуються про них, не забудуть і приділять максимум своєї душі і своїх професійних обов'язків, так, щодо цих людей. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, поговорили про таку важливу тему і куди звертатися ще раз, якщо у людей виникають запитання. Якщо виникають запитання, 41 54 24, мой робочий телефон. Всегда, пожалуйста, да. Если я не на выезде, не на совещаниях, нахожусь непосредственно на рабочем месте, я всегда готов оказать помощь. Я дякую вам за беседу. Пожалуйста.